Улица Октябрьская, половина восьмого утра, на улице только-только светает. По обыкновению здесь в это время час пик. Машин много, перед въездом на мост заторы. Нерегулируемый пешеходный переход у спорткомплекса «Чайка» оборудован как наземными знаками, так и на высоте над проезжей частью. Тем не менее, утро вторника обернулось для пешеходов трагедией. Сегодня около 7:40 утра на улице Октябрьской города Рязани автомобилем Hyundai Solaris был совершен наезд на 25-летнюю женщину с 3-летним ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, с которыми госпитализирована в больницу. 3-летний ребенок от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. Шансов выжить у девочки, возраст которой, по словам очевидцев, около 3 лет, практически не было. О том, что скорость, с которой ехал автолюбитель, была явно превышена, свидетельствует это любительское видео. Видно, что иномарка, сбившая пешеходов, смогла затормозить только на расстоянии более 10 метров от самого перехода. Ну, скорость была приличной, потому что если сбили на пешеходном переходе, а женщина лежала там с ребенком, пешеходного перехода, какая скорость была? И машина стояла там. Статистика свидетельствует о том, что ДТП с участием пешеходов именно возле «Чайки» на Октябрьской случаются довольно часто. В опасном месте установили светофор внимания. Однако трагический случай подтвердил, что водители его игнорируют. Некоторые же и вовсе считают переход не таким уж и опасным. Ну, я считаю, что он здесь не опасный. Ну, в данном случае это зависит от водителей, я так думаю. Все обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Переходя дорогу по пешеходному переходу, будьте бдительны, смотрите по сторонам. Прежде чем сделать шаг на зебру, убедитесь, что водители вас пропускают. Полосатая разметка на дороге дает пешеходам преимущество, но, к сожалению, не делает их неуязвимыми.